Мерхабала. Чеваш чельхи, литературе, подемешле культуре, хамардан итларах, ючержившины зенега закландарать. Перетепчеме, терли энджингель зажуреще. Микаэль Нюдель, швейцарень, литература критики, поэт, кужаружа, издатель. Ариэль, издательство журтне пужарагане, волоча в ядпах литература журнале Гларсадрате. А гальчан тогда вырастили хибе черно произведение зене шведла кужар запечатлеть. Шубашкарда был премеш хутмар, кунда швецы вырос чеваш поэзия нькачи зене и мечеди ергелене. Чеваш еньбена Геннадий Айхип ударула хичихандарна. Хальхинчиде тенчебе пала поэдан эткере, онын йомагин Ева Лисина жиравжин кельнеэль зачедерне. Салдавэбе Ева Николаевна хойбалаштаре. Их бедет в этом сюда швейцарии тухре антологии, чеваш поэчезем. Она Микаэль Нюделин книги издатчик Синджекларна. Кушарма безем палла кушаруйжи, а не кабекстрам кушарна. Вол, шубашкарда да на тадыжах пулать, пиде айхи беду случи, шиханна чеваш культуре бе. Пиренчак ищ, Тілмелі бұл бұшлан зәгәрі. Мана шәмбек шуғышлазай білінетші. Мен жүнға пәдім тенчі айхин вұрсласы везене біледі. Чывашласы везене негамда Европыра вулаза құрман, немінде пөлмешіна мәлі шырныне. Тада нумай жы пұрде қаласыма бұшлары жы бұл вұрысывы жы де вұрысывы жы. Айхи қалачы еп вұрысывы жы мар, еп чывашла тада вұрысла шыраган чываш поэджі. Барал чинахахта типче жеземде пиди нумая хичинчен, барев шутлаттым чимли хавара онын чималдин пайне пельмезер, чеваша чин, чевашла ши сувесене пельмезер, дюрек ширма булат типче вишесем. Шафахта пелес булат айхин малданхи, малданхи поэзине, чевашла поэзине. Барев Микаэле сэндем, чыры тёве поэмана вырсла тергеперен кушарза барсасын, лайх булатши. Варавал кинширди, я бы на тюрех кучарзе варзаяду. Она везебчам да вуланда, варат телензем, она чирзайже. Я бы рагалана чаунда, я бы кушпуш ужил загары бирин, я бы нимде пельмень. Был мелье телен мелье совощ, чвашла совощ. Вара везем она тюрех швеции чинзельджиш, она везем тюрех кучарна, чирди вы поэмана. Вара швеции чинзельдзе, шап Кушарнын эп чывашла вулад, был шветла вулад, теми чухлю халых, теми чухлю иду барашча. Вара пиде онышлы бульчевыл. Вот. Я бунда чывашла вула вула, потом са специалар жеманымда, пулды чывашла вула, чывашла вула. Вара шутларым малалады вашак еще. Вара эп шула, водрысовы кушарды майхине. Шамбек хойн чывашла ширнысы везине, ерге берым вырысла. Вара тюрек шынгель шешлеме. Хале берым башлеса ларатпыр. Күнін жүрін денебек. Пейді тепілешілет. Малдан бұл мана чывашлы бұлаттарат, мүлі янырат. Ондан рифмезіне бұғат, ритміне бұғат. Ондан синонимзіне енді бұл пөдім шығырын терсілізі бұрат пөдім бе. Вот, Шамбек. Халман пейді пілес келет. Мүлі ешінат бұл жау чывашсы везіне. Микель, я... Слышала, как когда-то Айги говорил, что у каждого свой Пушкин, то есть каждый, если хочет, понимает Пушкина по-своему. Полагаю, что сейчас можно сказать то же самое про Айги. У каждого свой Айги. Вот каков Айги для вас? Кто он такой? Что он такое? Я должен признаться в том, что я познакомился с Айги. Конечно, я его читал немного, но познакомился я с его... поэзии только после того, как мы познакомились лично. И поэтому он в первую очередь для меня всегда остался живым человеком, который общается с миром и с людьми вокруг через поэзию. И этот мой подход личный к его поэзии, он отражается сейчас в моё восприятие его поэзии. Так что, когда я читаю его стихи, я всегда чувствую, как он там присущ, как он там присутствует, да, и как он говорит, и как он говорит кому-то. То есть это такая поэзия, которая не существует отдельно
от обыкновенного мира, так сказать. Но даже тогда, когда она кажется очень абстрактной, очень сложной для понимания, она для меня всегда остается средством прикосновения, что ли, человека к человеку, средством общения человека к человеку. Вот это такой главная составляющая его поэзии для меня, я думаю. Ну, вы ухватили, видимо, даже самую суть, потому что многие, читая Айги, видят только самого Айги и его восприятие мира, но не обращение к читателю, к слушателю и так далее. А вы это заметили? Это благодаря ему, это благодаря тому факту, что мы познакомились уже 13-14 лет тому назад, и мы... Как-то сложилось так, что мы стали работать вместе довольно скоро. То есть мы познакомились, и сразу появились проекты вокруг нас. Издательские проекты, фестивали, переводческие проекты. И в течение нескольких лет мы работали довольно тесно. И я тогда познакомился не только с ним лично, но и еще с людьми, которые вокруг него. И я познакомился не сразу, но через какое-то время я познакомился с чебоксарами, с людьми, которые тут живут. И поэтому они все мне постоянно напоминали об этом. Так что это не мое открытие, это просто результат моего личного пути к Айги, так сказать. Давайте немножко поговорим тогда о вашем личном пути вообще к русскому языку как таковому. Вы прекрасно говорите по-русски. Спасибо, пытаюсь. Как это у вас получилось, как вы изучали язык? И как заинтересовались русской культурой, чувашской культурой сейчас имеется в виду? Ну да, тут есть... Все заключается в том, что я всегда был читающим человеком и всегда интересовался языками. И стал я, как все подростки, читать русскую классику. Читал там Достоевского, читал Булгакова. И когда появилась такая возможность учиться русскому языку в гимназии, я сразу бросился туда. Подумал, это будет очень классно, я буду читать Достоевского на русском. И так началось все это. Потом я стал учиться в Москве какое-то время, потом продолжал дома уже в университете и так далее. И со временем язык стал моим главным рабочим инструментом, скажем так. Потому что я стал работать и переводчиком, и редактором, и издателем, сосредотачиваясь на современную поэзию, современную литературу стран вокруг Балтийского моря, в том числе и России. Перейдем к той работе, которой вы сейчас занимаетесь. Вы с чувашского посредством русского переводите на шведский язык стихи Айги. То, что меня поражает, когда я читаю или смотрю на чувашские тексты, и что мне очень нравится, потому что это мне знакомо, как бы, как скандинавский человек, это обилие односложных слов. Односложных? Да. Угу. Очень коротких, выразительных. Я помню, мы вчера переводили стихотворение, где повторяется такая фраза: «Оставайся ты, оставайся ты». А на чувашском это будет, если не ошибаюсь, «юл». «Юл». Правильно? Угу. И это для меня замечательно, что одно такое маленькое слово выражает все это. И у нас... В шведском языке тоже очень много коротких слов, в чем он отличается от русского, по-моему. И тогда, когда я это вижу, когда читаю вместе с Евой Николаевной чувашские стихи, то возникает такое желание найти такой же язык для этих стихотворений на шведском, который опирается как бы на эти маленькие, но выразительные
и, главное, звучащие слова. Вот это меня поразило, когда мы начали работать. Айги поэт необычный, имеется в виду, вот поэзию мы все воспринимаем как простые рифмы, ритм и так далее. Верлибр, свободное стихосложение, то, что свойственно Айги, это как проецируется на шведский язык, когда вы переводите Айги? Вообще, наша скандинавская поэзия отличается сильно в этом отношении от современной русской поэзии. Потому что у нас уже, скажем, 50 лет с тех пор, как исчезла вот эта традиционная ритмика, метрика из главной поэзии. То есть она стала исчезать как-то после войны или уже до войны начался этот процесс. Но у нас современная поэзия уже лет 30-40 пишется без вот этой традиционной метрики. Поэтому, когда мы сталкиваемся с современными русскими поэтами, мы часто немного удивляемся тому, что еще пишется рифмами. То есть классика еще присутствует. Да, точно. А Айги как раз узнаем как своего. Он оттуда, но пишет так, как мы. И к тому же пишет в области белого стиха, пишет смелее, чем многие из нас. Из шведских. Да, тоже. Точно. И поэтому я думаю, что такая ситуация, что почва в Швеции, почва для стихов Айги более Плодородная, да, чем почва в России. В России. Ага. Потому что мы уже прошли вот все эти фазы авангардизма. То есть это не будет шоком для шведского читателя, потому как для нашего читателя Айги до сих пор шоком является. Да. Нет, для нас это не шоком. В худшем случае это воспримется как манеру. Своеобразие. Да, темы, кому не очень интересна его поэзия, они будут воспринимать это как манеру. Но поэзия как таковая, что она такая, такой необычайной формы и так далее, это уже никого не пугает. Не пугает. Мы видели хуже. А скажите, пожалуйста, вот насколько шведский читатель заинтересован, скажем так, в поэзии как таковом? Насколько потребна поэзия сегодня в Швеции? Поэзия всегда является таким маргинальным. Область маргинальная. Ну да. И те, которые не для каждого. Не для каждого. И те, которые занимаются серьезно, всерьез поэзией, которые ищут новые приемы, там, которые ищут через поэзию новые инструменты для того, чтобы понимать свой мир, современность. Такая поэзия всегда будет приниматься как странной, широкой публикой. Так что такое есть. Есть такая маргинальная, скажем так, поэзия. Книги, поэтические книги, они мало продаются, никто не зарабатывает деньги на это, издательства неохотно издают, потому что денег нет в этом. И не в огромных тиражах. Да, в маленьких. Маленькая страна, маленькие тиражи. Это одно. С другой стороны, многие пишут. Многие пишут для себя, для друзей. За последние, я не знаю, 15-20 лет стало очень популярно принимать участие в таких писательских курсах в разных школах для взрослых. У нас есть развитая система таких, что называется, свободных народных школ, где может учиться каждый. А там многие вместе пишут, читают друг у друга и именно общаются через поэзию. А это уже широкое такое движение. То есть поэзия свою нишу занимает в обществе. Да, это да. И вот в этой ситуации всегда будут появляться такие поэты, которые выходят как бы из элитной поэзии, но которые будут пониматься широким кругом читателей. Таков у нас Транстремер,
которому наградили Нобелевскую премию в прошлом году. В прошлом, да? И таких у нас еще несколько, которые читаются точно широкой публикой. Угу. Вот, наверное, широкой публике также неизвестно, что ведь Айги тоже несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию. И, увы, к сожалению, не получил. Но я немножко просто отвлеченно. А вот что интересно еще по поводу тиражей, вы как раз говорили книг и так далее. Айги тоже, по-моему, очень как раз не для каждого читателя, разумеется. И даже у меня как-то сохранился один экземпляр из 15-экземплярного тиража, по-моему, какой-то подборки его стихов. И вот в связи с этим, что он какой издан на каком-то грубом картоне и так далее, это вот эксклюзивный, эксклюзив некий. А вот эта эксклюзивность, по-моему, сохраняется и при издании его стихов. На странице, как говорится, текст сам графически как изображен. Это его ведь тоже волновало. Не просто довести мысль, а подать его зрительно еще читателю. Вы сохраните этот стиль Айги в тех изданиях, которые собираетесь издавать, вернее, в книгах, которые будете издавать в Швеции? Я могу сказать и да, и нет. Я думаю, что мы будем стремиться к тому, чтобы издания будут доступными. То есть они не будут эксклюзивными. То есть хорошая бумага – это да, конечно. Хорошая типография – это да, конечно. Но чтобы они были читабельными, чтобы люди могли сунуть себе в карман, не чувствуя, что они обижают как-то эту книжку, да? И таким образом мы хотим, чтобы они были как можно проще для доступа читателя. То есть не будет такого, чтобы на одной странице, скажем так, для экономии пространства, я имею в виду как раз вот одно слово или там два слова, то, что было у Айги как раз зеленая трава и все, точка. Такое будет? Она занимает целый лист. Да, я думаю, что будет. Я думаю, что будет, потому что у нас все-таки довольно-таки благополучная система поддержки для издательств. Так что мы не должны так сильно волноваться о расходах. Мы можем себе позволять это. Но мы хотим, чтобы книга была доступной, с одной стороны. С другой стороны, мы хотим обратить внимание именно на эти потребности, которые у Айги были. То есть стихотворение – это не только несколько слов. Это еще и картина на бумаге. И чтобы эта картина сохранилась, это мы хотим. К этому мы будем стремиться. Не могли бы рассказать о той работе, которой вот вы конкретно сейчас занимаетесь, приехав сюда, в Чувашию, из далекой Швеции? Вот что вас сюда, какой объем работ, какая работа как таковая притянула? Да, тогда я должен сначала сказать два слова о предыстории. Потому что, как мы уже сказали, то Айги хорошо известен у нас в Европе. В Швеции у него много читателей среди поэтов, но и среди обыкновенных людей. И мы его знаем как русского поэта. Правда, те, которые внимательно читают предисловие, они читали о том, что он из Чувашии. Но мало у кого есть представление о том, что это значит. У нас вообще есть довольно такое смутное представление о том, что такое Россия. Мы думаем, Россия – это страна, где живут русские. Точка. И поэтому никто всерьез не принимал эту информацию, что он, ну, хотя и пишет на русском, хотя и прожил почти всю свою жизнь в Москве, родом из Чувашии, и что у него родной язык другой. Мы сейчас занимаемся, у нас есть переводческая мастерская, в рамках которой мы будем переводить, мы надеемся, Айги целиком, русского Айги целиком, на норвежский и на шведский сразу.
Она работает уже несколько лет, это мастерская. Мы переводим Хлебникова, мы переводим, ну, там других авторов. И во время этой работы, в процессе понимания русского айги, нам стало все более и более необходимо познакомиться, так сказать, лично, непосредственно с чувашским айги. Айги сам не очень хотел говорить о своих чувашских стихах, кстати, при жизни. Он очень хотел говорить об антологии, о чувашии. Но когда речь зашла, то есть я его, может быть, раза два-три спросил про эти чувашские стихи, он сказал, что тебе будет сложно понять. И тут не я важен. Тут важно, чтобы вы знали, что такое чувашия. Но нам стало необходимо познакомиться с этим чувашским айги. И поэтому мы придумали сейчас устроить, ну, такую небольшую переводческую мастерскую вместе с Евой Николаевной, чтобы мы тут собирали материал, который мы потом будем обрабатывать дома. И мы надеемся, что выйдет потом книжка, сборник чувашских стихов айги. Вот для этого это нам нужно. Я понимаю, что у вас, видимо, пока еще нет готового материала, вы только проектируете, как вы говорите, да? У вас есть, насколько мне понятно, перевод с чувашского, то бишь подстрочник на русский, и у вас есть подстрочник в шведском языке. Вот сейчас вот то, ну, что... Ну, как-то так. А можно прослушать, как звучит айги на шведском? Можно. Хотя бы в проекте. Да. Я могу читать несколько строчек, которые мы перевели еще весной, когда Ева Николаевна приехала в Швецию, чтобы там принимать в семинаре в Стокгольме, посвященном как айги, как поэзии айги, так и переводу Библии на чувашский. В связи с этим мы перевели такую поэму, раннюю поэму айги «Зависть». И я хочу тогда, я могу читать. То есть это готовая вещь, да? Это уже как-то готовая вещь. Первые строки оттуда. Первые 20. Да. «Зависть». Это будет на шведском, это будет «фруктэмна». När det så kallade hjärtat plågas så svårt att det vill ryta som en björn ska du bli sittande till morgonen och skrapa mot bordsbenet med din sko. När krafterna tryter blir du foglig och mild, framåt morgonen är allt bra igen. När varje ord likt en svart fluga får du att rycka i varje por i din kropp. Såja, det går över så. När det verkar i hela din kropp, gör din kroppsvolym mindre, så krymper du smärtan en aning. Pressa samman huvudet med händerna, bit ihop, gör dig liten, kompakt och sitt. Вот такие первые строки. А вот какие сложности вы испытываете вот на этом пути перевода? Вот сейчас имеется в виду, чуть ли не напрямую с чувашского на шведский. Построение предложений вызывает какие-то вопросы? Или да. Здесь... Да, вызывает. Вызывает. Например? Потому что языка очень отличаются в том, как предложения строятся. У меня такое впечатление, конечно, через русский, который, может быть, немного искажает мое восприятие чувашского, но, тем не менее, такое впечатление, будто предложение строится намного более свободно, что касается порядка слов на чувашском. То есть вы все-таки отличия чувствуете? Вот ранее, до этого вы переводили, говорите, с русского, и сейчас с чувашского есть отличия, да? Это да. Это да.
То есть построение предложений? Нет, я неправильно понял ваш вопрос. Впервые я подумал, что вы про различия там между чувашскими и шведскими. Какие проблемы возникают, когда мы пытаемся на шведский перевести предложение? Не, вы можете об этом тоже сказать, ну и вторую часть тоже, если можно прихватить. Да, чем отличаются как бы те стихи, которые мы сейчас переводим чувашского от русских? Да, об этом я могу сказать, что они... Я еще знакомлюсь с ними. И поэтому мой ответ будет предварительным. Но тут две вещи. Во-первых, это то, что когда мы сейчас работаем над чувашскими стихами, я получаю лучшее представление о том, каким был юным Айги. То есть его становление поэтому мне видится намного лучше, чем когда я читаю русского Айги. Потому что русский Айги, он как бы уже готов как бы это, когда он начинает. И не видно вот это, как он стал поэтом. И вот это очень важно для нас, следить за тем, как он становится поэтом. Как он как бы пробует собственный голос, как он пробует разные формы, как он пробует разные виды обращения к читателю, к миру. И это намного виднее в этих ранних стихах. Еще я замечаю, что я не могу сказать точно, как это выражается и с чем это связано. Но я чувствую, когда мы работаем с этими чувашскими текстами, что язык в них... Он как-то более теплый, более размером с человек, так сказать, чем в многих из русских стихов. И я думаю, что это отчасти связано с тем, что когда мы сейчас проходим эти тексты, Ева Николаевна часто говорит, что «О, вот это слово не так пишется, но так говорят в деревне». То есть это ну, такая деревенская как бы форма слова, которая не встречается в литературном языке. А такого нет, по-моему, в русском Айги. Ну, такие вещи я заметил для себя. Айги все-таки первооткрыватель чего-то нового в поэзии. Угу. Как вы считаете, должна ли вот как таковая поэзия что-то новое еще открывать для читателя? Я думаю, вот как. Исходя из отчасти из его поэзии, исходя отчасти из собственного понимания вот этого вопроса, что я думаю, что поэзия все-таки должна развиваться, что называется. Развиваться – это не значит, что она становится лучше. Это значит, что она меняется под влиянием собственной инерции или собственной динамики, или меняется под влиянием новые технологии, переворотов в обществе и так далее. Но она меняется, и она всегда должна снова и снова определить свою позицию в обществе, в истории, в духовном положении современности и так далее. И поэтому развитие неизбежно. Но если слишком односторонне смотреть на эту неизбежность развития, то получается какой-то экстремизм. Тогда получается, авангард в плохом смысле слова. То есть стремления художественные, которые работают
которые стремятся исключительно к новизне. К новизне. Да. И я думаю, что... Это не самоцель, вы хотите это сказать. Не самоцель, да, это да, не да, самоцель. Да. Это неизбежно, но это не самоцель. Но какие условия существования поэзии в нише общества, я имею в виду, вот должны быть? Какие привилегии себе должна требовать поэзия? И какое место все-таки она сегодня обязана занимать? Да. Может быть, если обязана, да, или занимает? Я это отвечу, на это отвечу тем, чтобы заканчивать свою мысль сначала, потому что там, что часто забывается темы стремлениями, поэтами, которые обращают как бы слишком много внимания на то, что все нужно изменить, развивать. И это то, что поэт должен отвечать не только перед, перед этим развитием. То есть он должен принимать на себя задачу не только развивать поэзию, но и еще такую задачу смотреть за то, чтобы поэзия оставалась бы человеческой, если просто сказать. То есть чтобы она продолжала быть понятной, понятной и опять-таки средством общения. Чтобы она не стала слишком абстрактной, как, ну, какой-то наукой, да? И если поэзия сразу может выполнять эти две задачи, то есть меняться под влиянием исторического развития, ну, развития да? Но тем временем сохраняя вот эти... Ну, свою основу. Самобытные черты свои, да. Тогда она... Тогда для нее, конечно, всегда есть место в обществе, потому что всегда будут находиться люди, которые нуждаются именно в ее, как... в форме существования, скажем так. И поэтому общество должно заботиться немного о своих поэтах.